Сотрудникам отдела по исполнению административного законодательства полиции Хостинского района поступила информация о том, что вблизи детского сада торгуют сигаретами. В результате установлено, что в магазине на расстоянии менее 100 метров от дошкольного учреждения ведется торговля табачными изделиями. Полицейские изъяли 409 пачек. В отношении индивидуальных предпринимателей составлены административные протоколы. Санкции статьи предусматривают наложение штрафа с конфискацией незаконного товара.